Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео. Мы находимся в Альпах. И, честно говоря, я не помню, как называется это озеро. Это одно из красивых мест Италии, на границе Италии, Австрии и Словении. И будет коротенькое видео на тему, почему Италия, почему не Канада, почему не другие страны. Вот просто поэтому, да. Потому что здесь одно из мест, куда приезжают люди со всего мира, чтобы побыть хотя бы парочку дней, парочку недель. Вот, я нахожусь здесь. Меня Италия выбрала сама. Я ее не выбирала. Это было стечение обстоятельств, которое, в принципе, очень... Ну, худо без добра не бывает. Так что получилось, как получилось. Вот так вот. И еще сегодня у меня день рождения. Я взяла выходной на двух своих работах. И мы решили поехать сюда. Когда мы ехали сюда, была прекрасная солнечная погода. Приехали, стали. Именно в этом месте идет непрерывно дождь. Но мы одеты более-менее нормально. Гуляем. И наслаждаемся природой. Конечно, уже немножко сыровато, но ничего страшного. Сейчас прекрасный день, замечательная погода. И поэтому, да, настроение тоже прекрасное. В общем, вот так вот, дорогие мои друзья. Отказаться от этой красоты я не могу. Уехать в другое место тоже. Пока что стараемся остаться в Италии. А там как получится. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. До новых встреч. Пока-пока.